Вот обратите внимание на это здание в восточном стиле. Арт-Марус называется. Тут видно художественная галерея или магазин-галерея. Вот обратите внимание, какие листья растут большие. В этот дворик мы не можем пройти, к сожалению, это частная собственность. Но листья интересные. На крышах домов, как правило, такие места для отдыха. Зонтик, видите, торчит. Шалом, шалом. Вот такой маленький скверик для выгула животных. Тоже весь в зелени. Такой симпатичный райончик, не правда ли? Вот обратите внимание на эту дверь и вот на этот балкончик. И на этот дом. Видите, как он украшен различными фигурками по всему периметру. И наверху, на крыше, и на балконе. Давайте посмотрим внимательнее. Вот такая пальмочка у входа. И такая бабушка нас приветствует. Галерея студия написано. Тут какая-то художественная студия, какой-то, может быть, магазин-салон. Так. Вот как красиво цветы по стенам растут. Опять это дом уже с другого бока. Дом называется Бейт Тамар. Бейт Тамар или Бейт Тамарь. Вот такая красота, друзья. Вот магазинчик. Зайдем? Давайте зайдем в этот магазинчик, посмотрим, что здесь продают. Вот разные столовые принадлежности. Бокалы, подсвечники, посуда. Самые разные, наверное, духи. Вот такая утварь. В таком домашнем стиле выдержан магазин.
оригинальном стиле. Тут стоит очень приятный запах. Очень приятный запах. Мы пойдем дальше, друзья. Не будем заходить во все комнаты. Пойдем. Так, а вот автомобиль за стеклом. Я не знаю, видно ли вам или нет. Идем посмотрим театр, да, туда? Мы сейчас с вами, друзья, знакомимся с культурным центром. Это уже начался город, насколько я понимаю, город Яффа. Тель-Авив и Яффа – это буквально перетекают друг друга. И мне трудно сказать, где начинается Яффа и заканчивается Тель-Авив. Вот так выглядит культурный центр. Две такие красивые пальмы. И дом с черепичной крышей. Тут, вероятно, фонтан работал, сейчас он не работает. Ресторанчик. Вот тут театральные офисы, кассы. И вот мы выходим на такую театральную площадь. Ну, мы сейчас зайдем и в эту арочку, посмотрим, что там. Вот, обратите внимание на эту площадь, на эти деревца. Бетшева Дэнс Компани. Ну, тут видно не один театр, это целый, как я уже сказал, культурный центр. Тут, я знаю, часто организовывают фестивали различные. Тут несколько концертных залов. Что это у нас там? Колодец бывший. Инбаль Дансе Театр. Танцевальный театр. В этом здании находится. Обратите внимание, вот эта полуразрушенная стена, насколько она эстетично оформлена. Красиво оформлено.